Внутри картинок встроены лампочки светодиодные, которые одного цвета, а в некоторых картинах есть разноцветные лампочки. Также есть картинки Винницкого Рошеновского фонтана поющего. Вот вы можете видеть. Самое главное, что это и практично, и красиво, и удобно. Кстати, картинка светится от батареек, а не от вот, тока непосредственно. Теперь уже немножечко стемнело. Вот, ну уже заметно и видно подсветку самих картин, и при этом еще видны цвета основные картины. Давайте посмотрим. Вот фонтан. Фонтан, кстати, сзади вы можете видеть, как фонтан вот там светится. Такие вот свечи. Очень, кстати, правдоподобно мигает как фонтан, так и сами свечи. Цветы. Опять-таки свечи. Все уходят, улыбаются. Эти картины действительно дарят счастье. Очень круто, очень здорово. Я уже себе опять-таки присмотрела картинку маме на подарок. Какую-то и с фонтанчиком сейчас определюсь, потому что все они прекрасны. И себе какую-то. Ну, себе я возьму вот эту. Мальчик, аккуратно.